научилась играть 12 лет. Сестрица меня научила дергать струны. Я очень трепетно относилась к авторской песне, с Кутина все началось. И очень переживала, если кто-то там искажает слова или музыку. И мне в голову не могло прийти, что я там буду чего-то там. Вот. И были стихи, просто которые хотелось запомнить. Я очень сложно запоминала стихи. Поэтому это вот стихи на некую мелодию просто. Это Наташа Абельская, 90-е годы там. С тех пор я... Ура, одну секунду. Я вас не смог представить, но представьтесь. Екатерина Коршунова, Россия. Во. Санкт-Петербург. Когда-то я там даже на сцену выходила. Это такие волнения, что я решила, не, никогда больше. А это, в общем, почти сцена, и опять все трясется, кошмар. Валера Тулачко там, когда-то. Ну, с Анной Ильиничной тоже. Вот. Которая там сейчас в религиозном радио работает. Вот. Эдуард Ивков. Эдуард Ивков записывает. Покраски. Да, у него нет, царство ему небесное. Он удивительный был человек. Вот он работал тогда резервуарном радио России. А потом его хранили, отпевали в Казанском районе. Удивительный, конечно, парень был. Позитивный, звонкий. Я как раз на радиопередаче с ним познакомилась. Ну так вот. И там, знаете, какой вопрос, простите, был еще. Маленькая заминка такая. Но с моей точки зрения важная. Если вам дается там 2-3 минуты времени, что бы вы сказали или произнесли? Вот на тот момент, это там какой-то 94-5 год, вот, было вот это. Вот эти стихи. Нет ничего важнее отношения воды к траве и облака к долине. Здесь вечность тихо видит карандаш, используя закон отражения. Воды к траве.
закон.